Поднебесная выступает против любых форм терроризма и решительно осуждает террористические атаки. Об этом Си Цзиньпин написал в телеграмме президенту России Владимиру Путину в день трагедии в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Председатель КНР выразил искреннее сочувствие пострадавшим и глубочайшие соболезнования семьям погибших от имени правительства и народа страны. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает усилия Москвы по защите национальной безопасности и стабильности в государстве.